все на футбол. Сегодня на стадионе «Олимп» прошел футбольный турнир на Кубок главы муниципального образования «Северский район». Участие в состязании приняли юношеские команды разных возрастных групп. От имени Андрея Дорошевского атлетов приветствовала заместитель по социальным вопросам Марина Наумейко. Дорогие друзья, разрешите мне от имени главы муниципального образования «Северский район» Андрея Владимировича Дорошевского поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия и пожелать, безусловно, победы. Пусть сегодня победит сильнейший, пусть на футбольном поле будет царить атмосфера соперничества, ну и, конечно, в итоге получится хорошая товарищеская, дружеская встреча. Победы всем! Заряд бодрости и позитива спортсменам подарил танец юных районных артистов. Летим навстречу ветру, и стена танцует до рассвета. Победа, мелодии на ветре, сюжета. Матчи выдались захватывающими и напряженными. Юные футболисты старались выложиться на полную и проявить себя. Самый волнительный момент – вручение наград. Поздравляю с заслуженной победой. Не останавливаться на этом. Сейчас у нас кубки губернатора будут идти. Нужны результаты. Каждый юноша получил медаль и памятный подарок.